Вот что такое фальсификация мышления. Когда все знаки, которыми вы пользуетесь, вроде бы те же самые. Да? Вот. А значения, которые под ними стоят, легковесные. И это касается вообще всего. Ну, там говорят, я хочу добиться чего-нибудь великого. Спрашиваешь, чего великого? 100 тысяч подписчиков. 100 тысяч подписчиков. Да. Вот. Это, по крайней мере, конкретный ответ. Вот. Уже плюс, так сказать. Если вы спросите у человека в середине прошлого века, что значит быть великим, вы получите четкий, ясный ответ. Космонавтом, стахановцем, Рокфеллером, там еще что-то. И это не просто вот слово, а это ощущение значимости.